Привет, друзья! Вы на канале GameZone. Всем привет! И мы начинаем играть в нашу новую игру. Это питомцы! Ой! Смотрите, какие у нас... Там был кролик! Собачка! Иди там! И там был мясо! Это пушистые истории! Спасибо, что вы смотрите наш канал! Подписывайтесь на него, смотрите остальные наши видео! Кошка! Ставьте лайк этому видео! Подписывайтесь на наш. Спасибо, мы вас любим. Давайте начнем играть. Я уже что-то выбрала. Вот эту кошку. Давай посмотрим, что это за пушистые у нас с тобой истории. Как ты думаешь? Встречайте пушистые истории. Смотри, это белочка или кошка? Я не знаю. Кошка. Так, гладь кошечку. Ой, какая кошечка! Ой, как хорошо, и когда мы ее гладим. Давай, там у нее. Ой, собирай сердечки. Собирай сердечки. Давай, что нам теперь скажет кошечка делать? Давай. Подарок. Когда мы наберем все сердечки, мы получим свой подарок. Вот еще, что это? Яблочко. Это какие-то еще сердечки, только не розовые, алмазики, да? А это что у нас? Кушаем? Да, кушаем. Что мы будем с тобой кушать? Арбуз. Арбуз нужно покупать. У нас есть вот такие печеньки с тобой. Печеньку может идти? Да. Ням-ням. Что там? Быстрее. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Если я хочу, чтобы она еще доспела. А ты сердечки собираешь? Нет. Ой, смотри, как она у нас бегает. Ты видела? Нет. Она хочет прогуляться. Пойдем прогуляемся. Нет. Вместе с нашей кошечкой. Вот. Я хочу жемчужиной прогуляться. Мы получили подарок. Смотри, сколько алмазиков. Она хочет бантик. Я сам. Перед приключением нам нужно нарядиться. Что мы сможем? Вот такую мы можем взять, да? Такую возьмем. А это у нас недоступная. Вот такую, да? У нас какая корона с тобой появилась. А здесь вот такие очки, да, нам доступны. Вот такие очки. А здесь у нас что мы можем взять? Вот такие вот. Выбирай. Я вот хочу вот это. Вот такое жерелье. Ого, говорит. И бантик. Давай выберем какой. О, розовый нам вот доступен. Это. Какой красивый бантик у нас. И что у нас? А у нас здесь ничего не доступно. Давай, может, купим что-нибудь? У нас хватит денежек вот на эти вот три. Давай попробуем, какую купить нельзя. Радугу? Сколько радуги, интересно, стоит? Недоступно нам. Все. Мы выбрали. Смотри, сколько у нас всего. Смотри, подарок у нас. Давай открывать. Что это? Это новая еда какая-то. Будем кормить нашу красавицу. Вот такая вот. Будем? Давай, возьмем. Какая классная штука, говорит. О, ягодки клубнички, ням-ням-ням, как ей понравилось, да? Нашей красивой кошечке, смотри, какая она. А что за подушка? Что за подушка? Где? Вот это. На хвостике? Она хочет играть в мяч. Давай, вот мяч. Взял. Пойдемте играть в мяч. Что нам нужно? Нажали. Мы должны отбивать. О, как мы играем весело. Держи. Смотри, мы играем в мячик вместе с нашей подружкой. Смотри, классно. Интересно, а мы должны ее выигрывать или нет?
Молодчина, супер! Мы как хорошо с ней поиграли, да, Лиза? Да! Что? Смотри, сколько сердиток! Мы так сейчас получим подарок с тобой! Ура! Смотри, какой красивый нам подарок дали с тобой! Цветок! Ой, тут цветок! Цветочек, да, мы заработали с тобой, открыли. Так, а это что такое у нас? Будем смотреть? Мыло. Мыло? Да. Давай, вот такое мыло мы хотим. Давай. Я хочу. Все, мой. Итак, нам нужно мылить нашу, да? Вот, 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 мыло пошло у нас. Вот я хочу. Мыль, 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 мыль. Мыль нашу девочку, да, кошечку? Как ее, кстати, зовут, Лиза? Чапа! Чапа! Ура! Споласкиваем! Брызгаем! Мы брызгаем! Давай, всю ее побрызгаем, чтобы у нее... О, молодцы какие мы, да, смотри? Бррр, говорит. Мурчательно, говорит. Давай, собираем все сердечки, Лиза. Собираем, да? Спать хочет. Давай. Давайте какую-то подушку возьмем. Вот такую мы можем взять подушку. Давай. А, нам такую сказали взять. Желтенькую с тобой, да? Так, она должна поспать 27 секунд, да? О чем это она думает, Лиза? Она думает, что скоро придет. Кто это? Что это за девочка снится нашей кошечке? Русалка. Лиза. Русалка. Как зовут русалку? Русалка. Ариэль, да, зовут русалку? Да. Давайте посмотрим. Сейчас она проснется. Вот она проснулась. Смотри, какая у нас. Она готова к новым приключениям. Карта, карта. Карта, карта. Давай вначале соберем наши... А это что? Подожди. Карта. Да-да-да. А это что такое было? Это алмазик был. Ты видел алмазик? Давай алмазик возьмем. Карту. Вот такую нам доступно. Карта. Так, эти у нас не работают пока, да? Нет. Мы выбрали нашу кошечку. Будем сейчас видеть. Карту играть. Что это? Раз. Оп, я нашел. Что еще? Ты видишь кошку нашу? Где? Вот она! Ключик быстрее хватаем. Ту-ду-ду! Вот еще наша кошечка. Ту-ду-ду! Нет! Вот! И надо... Нет! Вот еще наша кошечка. Надо между места искать. А что? Кошку. Только кошку? Вот. А инструменты нельзя? Да. Почему? Потому что надо кошечку. Надо кошечку? Вот еще наша кошечка. Время закончилось, Лиза, время закончилось. Что надо делать? Ничего. 9 алмазов мы с тобой заработали. Какие мы молодцы, 9 алмазов. Давай посмотрим еще. Я хотела как птичка. Как птичка хочешь летать? Смотри. Она сказала, ура, мы заработали с тобой 4-й уровень. Сможем открыть наш подарок. Что это? Мячик. Мы новый с тобой нашли, да? Давай посмотрим, что это за мячик. Вот такой, 10 алмазов стоит. Давай купим. Будем играть в мячик? 10 алмазов. Давай. И вот такой у нас прям, такой прям фиолетовый. Тебе нравится такой? Да. Да? Да. Такой тебе нравится? Фиолетовый? А, я чуть не промахнулся, Лиза. Давай весело играть вместе с нашей кошечкой. Все, мы выиграли с тобой. Какая... Да, классная. Всем спасибо, что вы смотрите нас. Подписывайтесь на наш канал, смотрите остальные видео, загляните на канал вместе с Лизой. Вы супер, мы вас любим. Всем пока-пока. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал.
и подписывайтесь на наш канал. Подписаться вы можете здесь. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!